«Эхо кинофестивалей». Так называлась творческая встреча с главным редактором Ленфильма Андреем Апостоловым. На встречу он рассказал о том, как отбираются фильмы на кинофестивале, какие награды и призы вручают победителям и какие кинокартины становились призерами в разные годы. Лекция проходила в формате беседы, в ходе которой посетители смогли задать вопросы киноведу. На самом деле, понимаете, цель во многом фестивалей и таких мероприятий, как то, которое мы сегодня проводим, это вообще, как мне кажется, важное напоминание людям о том, что кино не только, может не только развлекать. Вот ничего плохого как бы в его развлекательной функции нет. Может быть, для кинотеатрального показа она действительно основная. Но могут быть и другие функции у кино. Вот и об этом не надо забывать. Андрей Апостолов убежден, что кинофестивали – альтернативная площадка, где зритель может познакомиться с авторскими фильмами. На таких площадках люди открывают другую сторону кинематографа, начинают по-новому смотреть на это искусство. Так произошло с Еленой Соколовой. 10 лет назад она узнала об авторском кино и теперь не упускает возможности увидеть новые картины. Оно не забывается вообще никогда. Оно вот заставляет вникать и думать. Хотя, как правило, это фильмы не остросюжетные. Это фильмы, которые вот идет просто... жизнь людей, вот простых людей, именно передается их душевное состояние. И вот этим, наверное, оно интересно, авторское кино. Творческая встреча закончилась просмотром и обсуждением фильма Антона Коломейца «Свет». Картина получила главный приз кинофестиваля «Выборг». Ее высоко оценили критики и зрители. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин, «События».